Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас Фил. Но для начала хотел бы предложить вам стать героем в легендарной игре Perfect World Mobile, которую можно играть прямо на мобильном телефоне. Perfect World Mobile – это идеальный мир в твоем кармане, который всегда под рукой. Волшебный мир, эпические сражения в полете, сложнейшие походы в подземелья, борьба кланов и альянсов, сражения между гильдиями за первенство и территории, уникальные классы персонажей, большое количество разных костюмов, образов, ездовых питомцев и летательных аппаратов, а также возможность создать уникальный внешний вид, захватывающая сюжетная линия, обилие квестов и вариантов их развития, максимально связанные PvP и PvE составляющие, PvP в полете, на суше, под водой, система свадеб, построение семьи и собственного дома и много других увлекательнейших плюшек. Для старых игроков это шанс поностальгировать, а для новичков окунуться в увлекательнейшее путешествие по идеальному миру, найти друзей и единомышленников, а может быть даже свою половинку, которая всегда встанет плечом к плечу в сложнейших битвах с бездушными монстрами. Игра бесплатная, и развить хорошего персонажа вы сможете без вложений. Так что переходите по ссылке в описании и врывайтесь в игру. Итак, есть сразу несколько выступлений от Димаша, на которые мне нужно поглазеть. Он опубликовал 2-3 новых видео. Я начну с самого свежего, с последнего видео, которое он скинул. Я просто обожаю эту песню. Вроде бы он записывал ее для фильма. А может, я ошибаюсь. В любом случае, я без ума от этой песни. Там будут высокие ноты. Он выступает в Пекине. Начнем с этого выступления и потом посмотрим все остальные. Мы все посмотрим, так что не беспокойтесь. И вообще, как дела, Диэрс? Как она, огурчики мои? Рад вас всех видеть. Давайте-ка посмотрим, что же этот маленький гений сотворит сегодня. Итак, давайте оттопыримся и посмотрим, чем он порадует нас сегодня. Поехали! А вот и он. Шоп, я ослеп. Какие же у него блестящие и приблестящие штанишки. По ним я могу заглянуть в свое будущее. Они настолько отполированы, что я могу увидеть в них свое будущее. Бог ты мой! Пресвятой Бог! Это какие-то сверхсияющие штаны. На сцене это смотрится круто. Скажу честно, если бы вы пошли в них в торговый центр за продуктами, народ повылупал бы свои зеньки. Типа, это что такое? Хромированные штаны. Как-то так. Но на сцене они придают этот блестящий эффект. И это выглядит по-настоящему круто. А вот и оно. Начинается. Басталда. Так плавно. Как же я рад это видеть. Я уже говорил об этом. Как же я рад видеть вот эту его уверенность на сцене. Видно же, как уютно он чувствует себя на сцене. Будто он и сцена – это одно целое. Если вы посмотрите его прошлые выступления, это всегда что-то невероятное. Но сейчас, я думаю, он дошел до такого уровня, когда это для него уже вовсе не выступление. Это просто то, что он делает. Это талант, которым он делится. С вами. Он делится своим талантом.
на сцене, и это так естественно и нормально для него. У него такие очень плавные движения, и это уже больше не представление. Он как бы выступает, но для него это не как представление. Он просто показывает то, что чувствует. Such a group, some see it is your blood of speechlessness, every part of me, but they're all leading their head. Hey. У меня только один вопрос к этим телевизионщикам, которые публикуют видео на Ютубе. Но можно же было сделать звук погромче. Я люблю, чтобы музыка была беспредельно умопомрачительно громкой. И да, я согласен. Есть такая вероятность, что к своим 60 годам я окончательно оглохну. Меня это вполне устраивает. Мне как-то по барабану, о чем будет ныть моя женушка, когда нам будет по 60. Я просто хочу, чтобы это было громко. Сделайте это, пожалуйста, громче. И в этом нет вины Димаша. Это вечная проблема телевизионщиков. Я давно заметил, что именно когда кабельные сети заливают что-то в YouTube, там плохой звук. Все отлично, но кабель мне в ухо. Сделайте звук громче. Накидайте мне в перепонки. Гляньте, как круто он тут сбацал. Да ладно тебе, братан. Ты прям как Фрэнк Синатра. Продолжим. Обожаю, прям не могу, когда он так делает. Я, конечно, звучу как... Как же его по батьке-то? Как петух. Как умирающий петух. Прикиньте, я бы будил вас так по утрам. Просто тащусь. Димаш, как всегда, в своем репертуаре. Димаш крут, как всегда. В любое время, на любой сцене, на любой площадке. Как я уже говорил, этот человек самый лучший вокалист в мире. И если вы с этим не согласны, попробуйте-ка меня переубедить. Приходите ко мне и скажите, почему он не самый лучший вокалист в мире? Ведь он на самом деле лучший из всех, кого я когда-либо слышал. Все было абсолютно потрясающе. Штаны. Ох уж эти штаны. Боже мой. Они как хромированные колесные диски. В них можно увидеть свое будущее. Хотя это полезная штука. Если вдруг захочется поправить свой макияж, можно просто глянуть вниз и накрахмалиться. Всех люблю. Берегите себя. Мира.